ребенок. Добрый день, уважаемые ветераны, жители и гости города Владивостока! Замужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, указом президента Российской Федерации 4 ноября 2010 года Владивостоку присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы». По традиции и в соответствии с указом президента Российской Федерации мы проводим мероприятие по увековечению памяти погибших при защите Отечества. Усталый Владивосток, город воинской славы.
Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память всех владивостокцев, кто в суровые военные годы отдал свои силы, свою жизнь за освобождение и независимость нашей Родины и оказать дань уважения и благодарности всем, кто сегодня находится в боевом строю, защищает российскую землю, национальные интересы страны. Гирлянду и цветы к стеле «Владивосток, город воинской славы» возложить! Thank you.